Сегодня, 22 июня, и ты приезжаешь о полном освобождении территории Северной Осетии. За отечественные и за отечественные. Великая Отечественная война. Победоносно завершена. В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и не вернулись 7 братьев Газдановых и 7 братьев Кобеккаевых. По 6 братьев потеряли семьи Темировых и Хистановых. 11 семей не дождались по 5 сыновей. 52 семьи по 4.